Всем привет, вы на канале Паша Кин Гейм Ченнел. Как всегда, я Павел, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed Unity. Прошлой серии мы убили капитана, да, очень мерзкого, противного. Ну и хрен мы с ним, кстати, дважды его убили. Я что хочу посмотреть? Костюмы. Нам что-то дали, снаряжение, оружие. Кстати, 6 навыков доступно, надо будет их использовать. Так, снаряжение. Целиковый костюм есть какой-нибудь новый? Во! Костюм Беллика. Ну не, но он без капюшона. Без капюшона не то, да? Вроде норм, а что-то не ладится. Кстати, вот этот костюм наденем посветлее. Нравится мне костюм Эдварда. Нормальный костюм. Так, нам не туда, нам туда. Ай. Далеко бежать? А, нет, совсем близко. Кстати, первый раз, по-моему, да, я заметил по карте, куда нам точно бежать. И не сказал то, что непонятно нифига. Но действительно ничего не понятно, очень много точек. Прям накидано все, и листовки, и вот эти вот... Еще что-то, тут справа даже не знаю, что это такое. Вот, видишь, самый правый значок. Как будто медалька какая-то. Нормально, нормально, нормально. Патриотом, патриотом. А теперь висе. Вот как вот он попал, а? Да не, отстаю. А я инкогнито, а не косет. Не увидели, серьезно? Я такой незаметный. Лучше вперед. А, да мы еще не добежали, ну ладно. Правосудие не дремлет, мужик. Да ё-моё, другие увидели. Что ж ты будешь делать? Чего ж вас так много? Минус 2, нахуй. Просто минусуем козлов. Да хорош. Ладно, давай его просто убьем. Че бежать? Оп! Делов-то было. Оп! Оп! Заодно и облутаем вас. Я вас не просто убью, я вас еще и ограблю. А надо будет убью повторно. Перезагружусь и еще раз убью. Голодные времена. Часть 9, воспоминание 1. Поехали. Голод. Голод очень страшная херня. Очень страшная херня. Море, 31 октября 1792 года. Угу. Еще полгода прошло с момента последнего убийства, значит. Как дела у торговцев зерном? Здравствуй, Арно. Им сейчас не позавидуешь. А что? Новости о Жермене. Некая Мари перекупает по его заданию зерно и свозит к частной пристани. Мари Левек? Кто это? Левеки – старый темплиерский род. Мари единственная была против изгнания Жермена, так что я даже не удивляюсь. Не знаешь, как ее найти? Ее саму нет. Но все зерно, которое попадает в Париж, сгружают на пристани у ратуши. Ладно, начну там. А я попробую выяснить что-нибудь о мадам Левек. Идите к пристани. Ну, погнали. Так, расступайтесь, ребят, расступаемся. Так, это что у нее за курительная херня была? Или это термос? А что, с таким большим термосом удобно ходить? Весь день чаечек, кофеечек горячий попиваешь. Оп! Валим отсюда. Проплыли! Назад! Вы с ума сошли? Так, они что-то должны были привезти? Надо их догонять. Понял.
прыгай. Арно, давай, фастом, фастом. А я бы с удовольствием дистанцию сократил. Арно не хочет. Иди сюда. Иди в жопу. Я выпотрошу, как и всякого предателя. А с чего он вообще взял все передать? Просто мужик бежит в капюшоне. Что в нем такого? Ты что, ненавистник капюшонов, падла? Что тебе не нравится? А я ненавистник этих вонючих треуголок. Так, мужик просто сидел, отдыхал, я на него упал. Ну, извини. Так, ну-ка, нахрен! Оп! Арно, ты только прыгай, я тебя умоляю. Да, блин, я даже не заметил этого испытания, типа, не прикасайтесь к воде. Это можно было легко сделать. Ну ладно, плевать. Ничего страшного. Шел. Оп. Ладно. Мне кажется, проще было бы просто бежать, а не прыгать. Ну-ка, нахрен наступились. Да, можно было просто бежать. А не этими кульбитами заниматься. Сюда! Эй, отвязывай! Капитан? Тамплиерша. Все в порядке? Мы ее помним. Да, мадам. Приказы у вас? Вот они. Вижу. И проследите, чтобы один из мешков обязательно порвался. Да, мадам. Вот тоже, знаешь, они исполняют приказ, но понимают. Работать! Это. Что ж за дичь? Голод, а она говорит, мешки, что рвались. И вот это вот все. Украдите ордера. Хорошо. Не должен сработать ни один сигнальный колокол. Ладно. Так, сейчас вот этот отвернется, и мы вот этого спящего положим. Чтобы он наверняка уже никому не мешал. Оп. Лутай, лутай, лутай. Ты, Арно, главное, лутай. Я не знаю, где сигнальные колоколы, я их не вижу, поэтому пофигу. Так, сейчас вот этого плацика положим. Оп. Что-то. Давай, иди сюда. Иди сюда. Очень вовремя будет. Прям правильно, иди сюда, быстрее. Беги. Ну иди сюда. Он что, просто. Не важно. А проверить нет, мне да? Мне бы шлюху. Рю. Что случилось? Мне бы шлюху. Кто-то там есть. Ну трупы-то он увидел. Давай, иди сюда. Да нет тут никого. Да, да, да. Именно вот это вот с ним и случилось. То же самое, что и с тобой. А ты теперь смотри, и как я его оборовываю. Кстати, по деньгам у нас все не очень хорошо. Видишь, да, всего 4228. Немного дают за сюжетные задания. Эй, ты! Стой! Вот ты где? Да нет, не увидел, не увидел, не увидел, не увидел. Там прям полпичечки оставалось, но не увидел. А я его не увидел изначально, потому что надо наверх смотреть чаще. Так, вон сигнальный колокол. Да как ты меня умудряешься видеть? Так, вон там паря идет. Иди-ка сюда, паря. Не? Так, можно, короче, бешенство вызвать у кого-нибудь, но не хочу тратить. Так, Арно. Как я тебя ненавижу. Кто бы знал, Арно.
Не-не-не, если этого убьем, он тот спалит. Вот теперь наш шанс. Сигнальный колокол, главное сейчас обезвредить. И испытание не просрем. Только если Арно не будет как заяц совсем уж скакать. Так, ну... От патриотов! Арно, присядь! Арно, присядь, да падла, падла, подонок! Присядь, сука! Какой ты мудак! Эй, какой ты мудак, Арно! Я тебя ненавижу, понимаешь? Бой ты не мог закончить, да он уже труп был! Ладно, плевать, сигнальный колокол не сработает. Он не хочет делать очень часто, он не хочет. Он слишком своенравный француз, Арно. Слишком своенравный. Блин, Далан, сначала... Ты издеваешься? Что ты увидел? Как ты меня вообще увидел? Как? Как он меня изначально-то увидел? Да блять, ну спрыгни, ну как ты задолбал, ну зачем ты вечно садишься на это дерьмо, придурок, блять, Арно, ненавижу тебя. Зачем он постоянно садится на эти жердочки, придурок? Сука, задолбал. Да убей ты его, бляха-муха. Зачем? Зачем? Да мне некрасиво. Мне вот это вот, вот твой последний удар красивый. Похрен мне на этот опыт. Вернее, признание ассасинов. То, что я, видите ли, красиво его добил, нужно его ценить сильнее. Не надо мне этого. Действительно, лестница не для Арно. Лестница абсолютно не для него. Я манал, отходим. Меня не перебегаешь, ты меня. Быстрее! Да нет, по своему выстрелит. Да по своему! Да как он, блядь, через своего-то пропал? Блин, какая бесячая миссия. Вот до такой степени она простая, до такой степени бесячая. Не, я тебе честно скажу, меня бесит то, что он цепляется за все подряд. Невозможно вот бегать с этим РТ, блядь, чтобы он за все не цеплялся. Как этот мудак нас... Как ты нас заметил? Я за ящиками был. Да показалось, отвернись нахер. Сейчас этого убью, как назло, сразу повернется. Нет, Жильбер, черт. Не приснилось. Жильбер, о нет, Жильбер. Он убил Жильбера. Да, за революцию, мужик, за революцию. Да добей, блин, его! Ну... Нам сейчас только вот этими делами еще заниматься не мешал... Остается, конечно, да. Давай, пошли наверх. Сейчас спалимся, я тебе говорю, опять спалимся.
Так, вот этого сейчас тоже положим. Так, а вообще, давай не пойдем туда. Мне очень нравится, как их не сильно смущает то, что их друзья умирают. Нет! Нет! Беги! Мудак, блядь, куда ты на столбик полез, обезьяна, падла, тварь? Хилься, хилься, плевать, похер, убежим. Все, задолбали, идите в жопу. Господа, идите нахер. Я думаю, следующим заданием тетю надо будет убивать, да? Что это было? Все, вышли, вышли. Все, мы в толпе, все, инкогнито. Да тетя, отстань. А ты смотри, надо было ему в последний момент меня увидеть. Сейчас, мы его кончим. Нормально, нормально. Ну как нормально? Ненормально, я взбесился, но нет, нормально. Терпимо. Люксембургский дворец. И что же вы задумали? Сейчас узнаем. Для воспоминаний это норм. Реализовано это через жопу. Ну вы прям злит меня это. Максимально злит вот это вот управление, когда он вот, вот за каждую херню, за каждую палочку он хочет, блин, вот, вот на нее залезть и сидеть, и сука не спрыгивает, понимаешь? Что? Не хочет спрыгивать, он застревает там. Что ты делаешь? Вы видели? Он вошел в меня. Куда он вошел-то, дура? Ну и чё ты залез? Беги! Тётушки, блин. Ну просто все второстепенные задания, они такие, ну... Я думаю, однообразные. Мы вот несколько выполнили. Ну вроде как иногда забавные, а вроде как... Просто, блин, задолбали меня палить уже, серьезно. Как бы серьезно, господа, идите нахер. Мне что, без вас нет никаких дел. Пошли, маску туда дали. Маску ценой 24 франка. И лекарства. А есть еще хилки? 5. А, ну 5 нормально. 5 это хорошо. Смотри, теперь патроны перестали выпадать. То есть, как в меня, так все стреляют, у всех все есть. А как я подобрать с них патроны, так хер. Замечательно, просто замечательно, это отлично. Тебе не кажется, что играет совсем несправедливо к нам? От слова вообще. Так, Лиз, давай, пошли дела делать. А, Мари Левек устраивает торжество в Люксембургском дворце. Проникните в дворец и убить ее, прежде чем она спровоцирует бунт. Я же тебе говорю, ее он будет убить. Замечательно. Пора еще вкачаться сейчас. Все верно. Люди Марилевек разгружают баржи и везут зерно в Люксембургский дворец. Если народ решит, что в дворце запасают зерно, начнется... Бунт. А Жермену, разумеется, это на руку. Займись, мадам Левек. А я вывезу украденное зерно, пока никто о нем не узнал. Береги себя. Не попадись. У меня плохое предчувствие насчет нее. Я серьезно, я никаких спойлеров не читал, но у меня плохое предчувствие.
Сюда! Помогите! Порох отдавай! Буквально через каждую миссию у нас убийство. Что нам делать, Мишель? Мне бы только добраться до стражи. Угу. Как это мило. Вы превзошли сами себя. Спасибо. А теперь прошу простить, мне надо повидать мужа. Так. Да, падла, оставил, закрыл окно, а? Это был наш шанс. Так, 9 сигнальных колоколов. Ну это ладно, это ерунда. Входы 47. У нас вообще за игру хоть раз сработал сигнальный колокол? Вот серьезно. Стражники, по-моему, ни одного. Входы 47, стражников 60. Ну и стражников не перебьем. Отдавай порох, пока цел. Эй, ты! Нет. Я тоже играть хочу! Вставай по руке! Я тебя руку! Так, мужичку помогли. Сейчас торговцам порешаем. Он нам поможет, я думаю. Он сделает отвлекающий маневр. Он диверсию, главное, создаст. Спасибо, месье. Вы целы? Да, да. Можете проводить меня. Я такой фейерверк покажу. Как же можно отказать человеку искусства? А можно залезть к тебе? Почти на месте. Так, я и так вижу, что вон те пацики на нас докопаются, да? Овца Еще иду! Херня! Опа! Видал как? Вот и все. Да ладно, ну что ты выхается? Откуда ты? Вот еще. Удивительно, что народ просто сокрушается, но не разбегается. Я помню, в старых ассасинах, по-моему, даже если ты лутаешь кого-то, тебе тоже такое фу-фу, типа он мародер. Ох, спасибо. Хотел бы я как-то отплатить вам. Ничего, фейерверк будет очень кстати. О чем вы? Да так. Так, короче, я понял. Все пойдут смотреть фейерверк, и мы это сделали. Вы отвлекли внимание при помощи фейерверка. Пошли-ка еще чуваку, была возможность для помощи. Быстренько сделаем. Я думаю, это тоже крайне важно. Что же с нами будет, Мишель? Тебя сошлют на каторгу. Понял. Всего за краюшку хлеба. Да тут все такие же преступники, как я. Какая теперь суть хорошенько. Да я бы тут все решетки не ломал и пошел бы бороться за свою свободу. Любой будет. О, Мишель, люблю тебя. Так, да не, да. Так, они что, слишком высоко забрались? Ну, максимально тоже их минусанем, потому что тут нам лишние глаза тоже как бы не сильно нужны. Придешь сюда? Иди сюда. Взломайте замок или украдите ключ. Да это нам не заржавеет. У нас вообще, кстати, есть отмычки? Давай-ка поищем. Может, у этих есть? У кого из ребят встречаются отмычки? Блин, надо было тоже, конечно, их. Так, давай-ка вот этого уберем. Так. Украсть. Не, ну их очень много. Если я тут спущусь, это палево будет. Они прям везде тут.
Нам нужно с той стороны спуститься. Так, можно, в общем-то, их и отвлечь. Так, наверху есть кто? Не наверху, в окне. Вот это неудобный хрен. А может тут спуститься? Ну почему нет, ну? Да спрыгнем! Зараза! Быстрее! Блин, не ту. Не ту взломал. Чем ты это заслужишь? Давай, фастом. Выпусти меня. Чем ты это заслужили? Нет, это глупо. Сейчас все отмычки только просрем. Там три деления, надо ждать. Он сам к нам придет, надо ждать. Он же круг делает. Делает. По-другому никак. Подожди, подожди. Ну-ка, персонализация, навыки. У нас 8 очков навыков. Незаметность. Ну конечно, вот специально, это специально сделано, чтобы мы вот, мы сейчас девятую часть же допроходим. Ну ой, игра, что ж ты делаешь? Так же нельзя. Ладно. Надо того устранить. Не, ну это писец палево. Вот собака, он еще и не один ходит. Кто-то там есть. Он что, просто... Вот говно. Быстрей. Так, это вообще толстые какие-то пацаны. Сука! Сработало? Нет, я, по-моему, успел. Успел, он не сработал или сработал. Хер его знает, по-моему, не успел, а может и успел. Раз подмога так и не пришла, значит, ну может успел. Может какой-то... Ладно, что уж тут страдать-то. Давай освободим их. И там все равно вечеринка у них тусит. Никто меня не, особо не услышал. Помоги нам. А чё за мной-то? Откуда у них сразу сабли? Ух!
где этот Том Левик-то? Где этот Том Левик-то? Мне говорят, освободите Тома Левика. А, он чуть выше. Чё, в бой, мужики? Так, все, вы деритесь, я пойду. Какая-то бомбящая серия очередная. Все некрасиво получается. Так, ладно, давайте-ка в следующей серии сделаем все красиво, прям от начала до конца гладенько. Потому что сейчас прям что-то вообще, ох, как тяжело, да и время уже серии подошло к концу. Ссылка на плейлист прохождения будет в описании. Подписывайся на канал, на группу ВКонтакте, на мой Инстаграм. Ссылочки будут на это в описании. Обязательно ставь лайки и комментируй. Всем спасибо за просмотр. До встречи в следующих сериях. Всем пока.